вас. Мы поем. А я как изначально. А мне так же петь или вот? Нет, в унисон. А так разве не лучше? Нет, вот так лучше. Хищарный жардич. Молодежь посетила и помогает. Раньше же не обучали этому, учили, сейчас хуже не было. Это, конечно. Это как бы генетически, но генетически осталось это все. Раньше это старики с молодежью приезжали с каждого села, со всех сторон, чтобы вместе читать нарты качта, и вот Алкад Кадагандарди Яжара. То есть и они мелодия все, была, да, вот как бы. Отдельно, то есть у каждого вот какого-то рассказа. Все подпишет, что подбивало, что. И все вот это вот так сохранялось там столетиями именно в таком виде, а после войны это потерялось, потому что кто-то умер, кто-то там гонение на религию. Кадаг бы не сохранился вообще как на откачке, если бы не было Кришн Фандера и Двала, что оно. Зарина да фандуре урайда, сиес хоздар амзарина, зону уман апайда. Говорит, что вот все в Москве вот так рвутся, но есть те, кто рвутся, те, кому не безразлично, те, кому это вот там вот, что, это эти звуки что-то значат, и они как-то к этому стремятся, и слава богу, что есть. Давай, Вася.